привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 8 мая. И вот сегодня я зашла в ту теплицу, где я снимала, был бардак, где стояла печка Франкенштейн. Я хочу вам рассказать о совсем другой схеме посадки, потому что многие зрители, создается у них впечатление, что у меня все томаты сидят вот по две штучки и вот такой густо-густо так насаженный. Нет, вот в этой теплицы у меня высажены высокорослые томаты, то есть, ну, 1,70 м, 2 м, которые, и они уже не сидят вот так по две штучки в одной лунке, тут по-другому, тут у меня просто 4 строчки, вот смотрите, вот так ряд строчка, вот так ряд и вот так ряд. Они все равно высажены попарно. Сейчас покажу. Вот так. Но попарно они высажены в длину. Так как у меня высажен в первой теплице первый ряд, здесь выше, там вот инденты я высаживала. Здесь они все высажены так. И поэтому расстояние и вот этой дороги, и вот этих дорожек у меня получается больше. То есть шире они тут. Ну вот всего вот так вот. А по две я высаживаю, опять же, вот так вот их спариваю. Просто потому, чтобы подтянуть к одному колу, это им не повредит. И так как у нас, я уже говорила, здесь нет земли, я их сейчас и к колу буду подтягивать. Вот на низшем, ну как этапе, на нижние ярусы. И потом еще верхушки будут крепиться вот к таким веревочкам. Веревочки прямо от низа идут. Это все сделано, потому что у меня много раз, ну, здесь грунт небольшой слой, много раз было, что когда плодов много, они заваливаются. Штраух так красиво цветет. Вот это тут самые высокие, штраух, юбилейный Тарасенко, космонавт Волков, которые всегда дорастают вот, прям вот до этой планки. Их приходится еще обрезать. Потом покажу, но здесь сразу скажу, здесь более разрежено. Здесь вот идет как в один. И там также. Там также прям в одну строчку. Никаких вот таких вот парных посадок у нас нет. О, я 2 дня здесь не была. Все зацвело. У нас жара на улице. Вчера было 27, сегодня передали 30. Надо сетки срочно покупать, дополнительные притеняющие. Одна сетка всего. Все, задерживать вас не буду. Этот короткий видеоролик просто для того, чтобы во всех теплицах у меня разные схемы посадок. Вот здесь вот просто 4 строчки. Строчные. Никакой схемы сильно нет. Вот прям в 4 ряда высадила и все. Все, до свидания.